совершенство. Значит, что ты идеал. Да что ж такое? Ужас, мне жарко, у меня сердце бьется и руки трясутся. Да нормально. Я на соревнованиях меньше нервничаю. Отпустите меня, пожалуйста. Всем привет, это 90 секунд челлендж, с вами Максим Траньков, и у нас новый гость, а точнее гостья совершенства российского фигурного катания Анна Щербакова. Ань, привет. Здравствуйте. За 90 секунд я должен задать максимальное количество вопросов, а Анна должна на них, не думая, ответить. Все понятно? Да. Тогда погнали. Как дела? Хорошо. Что делала вчера после тренировок? Легла спать. Какой сериал сейчас смотришь? Собираю силами на игру в кальмара. Идеальный завтрак для тебя это? Сырники. Кто самый веселый в вашей группе? Тот, у кого хорошо прошла тренировка. Восток или Запад? Восток. Тебя узнают на улице? Бывает иногда. Хотела бы стать президентом? Нет. Ну что, можем ехать. Надо пристегнуться, наверное. Любимый город или страна для выступлений? Япония. Собаки или кошки? И собаки, и кошки. Последний человек, который написал тебе сообщение перед этим интервью? Сестра. Твой любимый предмет в школе? Русский. Ханю или Чен? Сложно. И Чен, и Хань, не знаю, невозможно. Now, куда лучше всего вложить деньги? В акции. Can you feel it? That's the breeze of success. Слово, которое произносишь чаще всего? Не знаю. Кто приходит на тренировки раньше всех? Хореограф наш. Любимое место в Москве? Любимая песня прямо сейчас? Много разных, не знаю. Твой главный страх? Насекомые, водные всякие живности. Чем гордишься больше всего? Медалью чемпионата мира. Твоя икона стиля? Виктория Георгиевна. Вещь. Итак, теперь самый главный вопрос. Как ты думаешь, на сколько ты ответил? 21. 21. Это первый человек, который угадал ровно, насколько он ответил, 21. Так закончилась эта серия. 21 ответ от Анны Щербаковой. Вы же пишите обязательно свои комментарии, жмите на колокольчик, подписывайтесь. И тогда не пропустите следующую серию 90 секунд челлендж с Максимом Траньковым.